удачного учебного года и новых достижений! Мы, ломоносовцы Москвы, вам поздравления посылаем! Через просторы всей страны вас в день рождения величаем! Друзья, мы с вами вместе в раз найдем решение всех вопросов! Ведь так надеялся на нас Помор великий Ломоносов! Мы – будущее той страны, которой верим и гордимся! Мы, ломоносовцы, должны по-ломоносовски учиться! Друзья, для меня большая честь поздравить вас с юбилеем школы именем великого русского сына Михаила Васильевича Ломоносова. Для нас, учеников Московской Ломоносовской школы, это имя священно. Мы подружились, когда праздновали 300-летие Михаила Васильевича Ломоносова. Пусть наша дружба пробудет еще 300 лет. И пусть ваша школа процветает 300 лет. С юбилеем вас! Дорогие друзья-старшеклассники! В скором времени нам предстоит сдавать государственный экзамен. Я желаю вам выбрать правильный путь вашей дальнейшей жизни. Верьте в свои силы, и я надеюсь, что самым главным примером для подражания для вас будет слава вашего великого земляка Михаила Васильевича Ломоносова. Я поздравляю от лица всех старшеклассников Московской Ломоносовской школы вас с этой юбилейной датой. Я желаю вам интеллектуального, спортивного и творческого развития. И, конечно же, удачи и здоровья. Здравствуйте, уважаемые ломоносовцы. Сегодня в вашей школе замечательный праздник. Вы отмечаете юбилей. Совсем недавно ваш великий и наш великий соотечественник, ваш земляк, объединил Ломоносовскую школу Москвы и вашу школу имени Ломоносова. В год празднования 300-летия мы стали друг другу родными людьми. Наши рябинки, которые мы посадили на земле Михаила Ломоносова, ломоносовская земля, которую мы взяли у стен его музея, это все то, что мы храним в своем сердце. Это то, что мы все время вспоминаем. Это то, что нас с вами связывает. Вот те ниточки, которые возникли между нашей школой и вашей школой в год 300-летия Ломоносова, мы надеемся, будут связывать нас и в дальнейшем. Мы от всей души, коллектив Ломоносовской школы Московской, поздравляет коллектив Ломоносовской школы в селе Ломоносово с юбилеем. Желаем вам успехов. Желаем замечательных, интересных учеников, таких как Михаил Ломоносов, пытливых, настойчивых, любознательных, успешных. Пусть наш с вами труд педагогический приносит нам с вами счастье и хорошие результаты. Всего хорошего. С юбилеем!